Ты снимаем, о, ребята, это теннис. Надо на паузу поставить, там вот за шариком сгоняй. Теперь попробуем медленным темпом, но контролировать мячик. Так, ребята, теперь надо бы это поменять ракурс, чтобы поинтереснее было, да?
Вот, на большом-большушем зале мы играем. Так, ракетка, видишь, да? Ракетка хорошая. Помахай. Оп, молодец. Так, теперь вот так вот давай сделаем. Ладно, да, зафиксирую и продолжим. Опа. Так, мы продолжаем. Что-то какие-то волны. Что за хрень?
так знают, то что я чуть-чуть этот... Покажи свой фокус. А, да, на, сними-ка меня, я фокус покажу. Вот зал. Вот стол, вот стол, вот стол. А вон там этот бегает. Как его? Как тебя зовут-то? Эй, ты. Ладно, давай. Фокс, фокс. Ну давай. Подожди. Ладно, давай ракетки покажем, что ли. Давай. Это больно уже много видео таблицы. Да ладно. Вот они, баттерфляй. Вот баттерфляй. Не видно нихуя. Баттерфляй. Оф минус. Оф минус — это среднестатистической этой скорости, да? Или как там? Вот оф плюс — бешеные ракетки. Да, там как по идет? По скорости. Ну, ладно, в следующем видео уже расскажем эти тонкости. Не знаю, если вам понравилось, можете подписаться. Я не требую с вас лайки, там всякую фигню, которую любят вымогать из вас всякие там летсплейщики. Короче, ребята, если вам понравилось, то если вы там хотите продолжение, типа «снимай теннис», нам понравилось, то напишите, типа «снимай, братан, все нормально». Вот. Так, что добавить-то еще? Фейс, я не знаю, в следующем видео по-любому интереснее будет. И слева переиграем. Мы еще слева так себе. Покажем движение, как правильно, может, типа получим. Да, так непривычно, да? Фейс снимать. Это мой братан Серега. Ладно, да, все, закругляемся. Нет, типа, знаешь, как вот, на, подержи, и я в них шарик кину. Типа на уши. И ты поставишь на паузу. Раз, два, три. Погоди. Давай. Раз, два, три.